За сапогами. Ждем вас у себя. Новый год не за горами. Вы можете приобрести сувениры и подарки для ваших родных и близких в бутиках и галереях нашего комплекса. Милости просим. Грядущий год принесет нам много радости и много новых забот. Я вас по телевизору видела. Вы про дом Есенина рассказывали. Серьезные передачи смотришь. Мой папа – медийное лицо. Доброе утро. Здрасте, Алексей. Здравствуйте. Приветствую. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. День добрый. Здрасте. Мы к вам, Алексей Константинович. Дом Филатова не обсуждается. Понял. А если оформим это как реставрацию с заменой перекрытий? И речи быть не может. Да мы, блин, же уже весь дом рассели. Тихо. Ваши проблемы. Это окончательно? И бесповоротно. Значит, так. Так. И ничего-то вы не боитесь, Алексей Константинович. А мы такие. Я в этом кресле 7 лет сижу, так что пуганые. Не все. Зверев, например. Не против. Зверев у себя? Ага, у себя. Какого черта ты подмахиваешь всяким сволочам? В чем дело? В чем дело? А то ты не знаешь, какую реконструкцию готовят эти бандиты из Рестра. Да от Филатовского дома останутся рожки да ножки. Какая же ты свинья все-таки. Ну, так получилось. Поторопился. Они притащили проект, а мне надо было срочно уехать. На неделю. Не наблюдовался еще. Это не блядство. Это страсть. Просто я такой человек. Ты такой человек, а я такой. Все такие, дорогой мой. Только одни себе это позволяют, а другие нет. Не думай, что ты такой сильный. Волевой. Просто тебя еще не скрутило. По-настоящему. Считай, что повезло. Или не повезло.
Не узнаете, девушка? Узнаю. Подвести? Пешком быстрей. Ну поехали куда-нибудь. Папка, поехали. Папка, Аня, ну просыпайся. Слышишь, просыпайся. Ну поехали, поехали. Ну, она же не отстанет. Ну я прошу тебя. Хочешь на коньках покататься? Ура! Ешь. Пойдем. Меня никто не звал? Нет. Подожди меня. Я сейчас. Тебя найти. Зачем? Очень надо. Как и в жизни. Все молодое, новое. Готово безжалостно разрушить старое. Как правило, лишенное культурных и эстетических корней, оно с аморальной легкостью, с помощью многотонных баб и динамитных шашек, способно снести со своего пути все, что ему мешает. Памятники, здания, несущие память поколений, запах прошлого. Все то, что мы с вами называем... Архитектурный памятник? Совершенно верно. Всего доброго. Здравствуйте. Здравствуй. Алексей Константинович! Алексей Константинович! Подпишите, пожалуйста. Это ваша книжка. А я думал, ее уже нет в продаже. Где вы взяли этот антиквариат? Есть места. Тебя как зовут? Маша. Это ваша? Бумажка моя. А курить надо бросать. Легко сказать, бросай. А воля? На что? Говорят, не стоит бороться с самим собой. Силы слишком неравны. Спасибо. Спасибо. Портфель? А. Thank you.
Не Чаев говорит. Три дня назад ты мне свой телефон дала. Помнишь такого? Конечно, помню. Может, встретимся, если ты не против? Встретиться? Можно. Где? Где хотите. Ну, тогда по законным жанрам метро под часами. А какой у нас с вами жанр? А какой бы ты сама хотела? Может быть, детектив для начала? Тогда у меня в руке будет газета. А вы меня узнаете по темным очкам. Совсем вы не соблюдаете конспирацию. Хоть бы воротник подняли. Зачем? Ну как, вы же медийное лицо. Вас могут узнать. Чепуха. Никто меня не узнает. Это вы? Точно, я вас узнал. Вы по телевизору выступаете против подонков, которые дома ломают. Все краеведы на вашей стороне. Огромное вам спасибо от всех патриотов города. Не стоит благодарности, я всего лишь чиновник. Чиновники в метро с народом не ездят. Ну, права, права. Нечего возразить. Ну? Что будем делать дальше? Не знаю. Ну куда вы сели? Здесь же грязно. Тогда начнем с исполнения желаний. О чем мечтает юная девушка? Есть такие конфеты. Называются «Снегурочка». Держи свою Снегурочку. Целая коробка? А теперь вы признавайтесь. В чем? Ну, мечта юной девушки сбылась. А о чем мечтает взрослый мужчина? Только правду. Надо подумать. У вас, наверное, уже все-все-все есть. И вам ничего не хочется, кроме как небольшого приключения со студенткой. Вы обиделись? Нет. Ну, я же вижу. Смотря какую. Мне на самом деле было приятно, когда вы меня обняли.
Может, мне самой хочется приключений? Но я сама себе боюсь этим признаться. Я не права. О чем вы думаете? О грустном. Я думаю, Светочка, что легкого приключения у нас с вами получиться не может. Потому что. Узнала. Не доставай человека. Узнала, и слава богу. Раздевайтесь, будем пить чай. Я что? Я ничего. Люся. Алексей Константинович. Очень приятно. Вы тапки надевайте. А, которые? Вот эти. Здрасте. Да где тебе... Не, мы со Светкой не родственники. Мы... Просто квартиру вместе снимаем. Так что вы не подумайте ничего такого. Нет, я не думаю. Ну и вот. Это Светкины. А. Мои вот на этой стене. А вы тоже в академии учитесь? А как же. Только я на тяжелой атлетике. А, Светка так. Катается. Да, но, знаете, с большим спортом покончено. Навсегда. Возраст проскочили. У нас ведь как? Если до 20 показал результат, молодец. А если дальше мастера не пошел, гуляй. А что потом? Хорошо, все потом. Ой. Вон. Со Светкой институт закончим и вперед пойдем в фитнес-центры всяких богатеньких теток тренировать. Да, Светка? Пойдем. Круто. Вот. Видали? А вот тут мы идиотничаем. Это как? Лёчка, кончай. Да ладно тебе. Вы купчинский рэп слышали? Нет. Не слышали? Секундочку. Внимание, да. Внимание. Купчинский рэп. Я работал автобус, крутил колеса машин. Не называй меня тормозом, и как ты тормозил. Жатал трубу на стройке, сливал бетон налево. Дырил мыло на мойке, не довешивал первый. Я же говорил, вам не нравится. Я не в тот грузовик, ты теперь мы потеряли, отвернувшись в этот миг. Как все-таки мило, семья среди салатов. Чирик, денег, чики-пуки, можно целый день умывать руки и сидеть как пень. Чирик, денег, чики-пуки, можно целый день умывать руки и сидеть как пень. Чирик, денег, чики-пуки, можно целый день умывать руки и сидеть как пень. Чирик, денег, чики-пуки, можно целый день умывать руки и сидеть как пень. Чирик, денег, чики-пуки, можно целый день умывать руки и сидеть как пень. Чирик, денег, чики-пуки. Завтра увидимся. Да.
Простите. Здравствуйте. Добрый день. А говорил? Себе не позволяю. Кто о чем о вшивой бане? Добрый день. Алексей Константинович, Алексей Константинович, пора начинать. Пожалуйста, пойдемте к микрофону. Прошу вас, перед академиком неловко. Я вас приветствую. Выполняя поручение вице-губернатора по культуре и от себя лично, как старинного поклонника и почитателя таланта нашего сегодняшнего юбиляра, я хочу сказать следующее. Слово для, вернее, почетное право для открытия выставки предлагается академику Посленову. Давай. Господи. 38,5. Так, главное, не разрешай ей вставать с постели. Ты слушайся папу, поняла? Угу. Ну все, пока-пока. Да, и телевизор не включать. Да разберемся. Хорошо, ну все. Ну что, Карлсон? Карлсон. И тут малыш сдался. Он предостерег Карлсона. Он пытался вести себя так, как хотели папа и мама. Алло. Алёша, удобно говорить? Нормально, что стряслось? Можешь приехать на Воскова. Когда? Прямо сейчас. Алёша, очень надо, очень-очень. Воскова 25. Доча, меня на работу вызывают. Папа, ну останься. Очень-очень надо. Мышок! Мышок! Чё? Будь другом, почитай, пока мама не вернется. И главное, из постели не на шаг. Я встану. Я тебе встану. Я все равно встану. В лоб получишь. Разберемся. Пока. Давай, пока. Так, деточки, быстрее, быстрее. Если бы ты знал, как он меня подставил. Кто? Да свежник этот, мерзавец.
Спасибо тебе, что ты приехал. Подожди. А вообще что? Я ничего не знаю, не умею. Ну, тебе ничего не надо знать. Ты просто раздавай подарки, а я все остальное сделаю. Давай. Не да что такое? Громче. Все. Я занятой человек. Бросил все, примчался. За кого ты вообще меня принимаешь? Что? Ты брови забыл снять. Купишь мне мороженое? А вы сами-то надеялись на что-то, когда шли на эту связь? Не знаю, не думал об этом. Я хотел спросить вас, Алексей Константинович, а может быть, вам не нужна услуга психоаналитика? Но вы все время уходите от прямых ответов. Неумышленно. Я действительно не знаю, что делать. Обманывать тяжело, и не умею я. Это правда. Хорошо, давайте попробуем по-другому. Давайте представим себе, что все эти переживания – это обыкновенная химическая реакция. Чем в сущности является эта ваша запретная любовь? И я понятно говорю? Да, более-менее. Могу пояснить в деталях. Давайте представим, что на нейронах вашего головного мозга накапливается гормон допамин. У меня в жизни снова появилась цель. Какая? Ты. Таламус, гипоталамус, ну и так далее. Там много всяких специальных терминов. А по-научному это называется обсессивно-компульсивное расстройство. Чтобы вы поняли, все эти переживания, которые мы называем высоким словом «любовь», все это есть не что иное, как элементарное расстройство обмена веществ в организме. Совершенно верно. Обмена веществ в организме. Если вы, конечно, хотите избавиться от этой напасти.
Иначе? Ну так что, хотите избавиться? Или нет? Нет. Нет, не хочу. Нет. Не хочу. Она мне целый день звонила и мешала работать. А я объясняю, что проблема чисто юридическая. Твои книги — это твои права, а мои статьи — это совершенно другое дело. Ну, я же правильно сказал. Алёша? А? Что? Что с тобой? Ничего. Задумался. О чем? Вам. Я позову охрану. Люди деньги потратили немалые, а ты их раком поставил своим благородством. Понятное дело, что они тебе за это по головке не погладят. Мы же с тобой не на обитаемом острове живем. Здесь каждый зависит от каждого. Или скажешь, что я не прав? Не прав. Но если даже и допустить, что прав, что из этого следует? Что следует? Что следует? Да подмахни ты им этот чертов проект! Пусть они подавятся! Здравствуйте. Можно Филимонова к телефону? Спасибо. Простите. Меня ждут. Филимонов Андрей Казимирович. Он там, в отдельном кабинете. Понятно. Охрана и силовые методы и прочее здесь ни при чем. Проблему надо решать комплексно.
То есть? Ну, у нас есть свои наработки. Я не буду у вас грузить лишней информации. Встретимся через пару дней. Не получится. Завтра я уезжаю в Москву. Ну, тогда через неделю. Еще и расшифровки ваших разговоров, причем с разными товарищами. Куда она делась? А, это видео с интимным содержанием. Поинтересуйтесь на досуге. Так что, по-моему, полностью вопрос исчерпан. Окончательно? Можете не сомневаться. Деньги. Побойтесь Бога. Забудьте. У вас и денег таких нет. Мы просто вас уважаем. Мы это кто? А я оставил визитную карточку на столе. Тебя узнают. Человек из ящика. Не туда смотришь. Девочка моя, солнышко мое. Привет. Привет. Ну как ты? А ты уже из командировки вернулся? Да, только что. А вы что тут делаете? За колой идем. А ты мне что-нибудь привез? Много будешь знать, плохо будешь спать. Вечером увидимся. Вот что я придумал. У меня есть друг Федор.
Он давно звал меня к себе. Ты не замерз? Нет. А ты? Приездом. Простите, очень тороплюсь. Я знаю, знаю. Архитектурная коллегия. Я, собственно говоря, по этому поводу. Я бы хотел вас очень просить не ехать туда. Это невозможно. Я обещал. Потому что от меня многое зависит. Я как раз это и имею в виду. Если отменят строительство торгового центра, то материальный урон понесут и другие мои клиенты. Я, стало быть, тоже ваш клиент? В известном смысле, да. В конце концов, можно и заболеть. Сейчас стоим, хозяин. Что делать будем? У меня вообще-то через 2 часа смена заканчивается. Может, поедем куда? Быстрее можешь, черт возьми. Ну куда быстрее, в пробке стоим. Сидел, сидел, теперь быстрее, быстрее. Алексей Константинович, куда вы пошли? Мне на коллегию. Все разошлись. Добрый вечер, Александр Филиппович. А вот именно от вас... Сеньор, я такого не ожидал.
Evening, father. Я же запретил тебе ходить по дому в этом балахоне. А мне нравится. Я сказал! Тебе жалко, что ли? Иди сюда! Иди сюда! Иди! Прекрати! Прекрати! Перестань! Да пропадите вы! Сопляк! Тихо. Ты как? Все хорошо. Алексей Константинович, вот представители той самой фирмы. Проходите, проходите. Который занимается благоустройством Александровского заповедника. Фирма «Колумб». А вы хотели их видеть? Видеть не хотел, но высказаться обязан. Потому что все эти бумажки чистая липа, и прошу вас, больше мне их не подсовывайте. Простите, но в этих бумагах есть... заключение экспертизы и весьма одобрительное. Плевал я на заключение ваших экспертов, потому что в этом проекте я вижу только желание получить бюджетные деньги. Поэтому вот вам бог, знаете, вот порог. И можете на меня жаловаться. Идите вон отсюда. Прошу вас. Извините. Чёртовой матери! Зря наехал на людей. Зря. Эти ваши принципы. Мир ведь не рухнул от того, что ты не проголосовал на коллегии. Что ты сказал? При чем тут коллегия? Ясное дело, что ни при чем. Всякий может внезапно заболеть. Все пили, вот бедняжка захворал. А Гудмана как по заказу ГИБДД по дороге задержала. Все берут. Что берут? Взятки. И не надо на меня орать. Алло. Филимонов беспокоит. Да, я слушаю. Алексей Константинович, голубчик, не обижайте наших друзей из Колумба. Что? Да пошли вы все. И вы, и ваш долбанный Колумб. Вы что, вообразили, что я буду у вас на посылках? Золотую рыбку поймали, сволочи! Вы что думаете, я буду обслуживать ваши скотские интересы? Да я вас! Света, ты дома? Да. Я к тебе.
сегодня у нас не получится. Какая, Свет? Это ты, Алеш? Что с тобой? Ты где? Идиот. У тебя такой вид, будто ты идешь на эшафот. По тебе тоже не скажешь, что миллион выиграла. Ты куда? К маме. Что? Ничего. Прежде на прощание мы целовались. Нет, под твой голос мне не заснуть. Совсем другие мысли вертятся в голове. Приезжай, Люськи нет. Мечты, мечты. Где ваша сладость? Кстати, а который час? 12. У меня же там дети. Мышок, ты спишь? Угу. Мама не приходила? Алексей Константинович, какого цвета машина? Белая. Ты только не волнуйся, Алексей Константинович. Какая-то белая малолитражка сошла с дорожного полотна на 42-м километре при Озерке. Есть жертвы. Подробности уточняются, так что про твою супругу пока еще ничего не ясно. Ты где была? Ты вообще где болтаешься по ночам? К Вере заезжала, шубу забрала. А почему телефон не отвечает? Телефон разрядился. Ты что, волновался, что ли? А ты как предполагала? Ты хотел, чтобы я умерла. Ты в своем уме? Я все знаю. Кто тебе это дал? Не знаю. Доброжелатели, как в мексиканском сериале. Ты ничего не хочешь мне сказать? Ну вот и все.
конечно, понимаешь, что я не буду бороться, интриговать, судиться. Я об одном тебя прошу, я прошу тебя об одном. Уйди так, чтобы как можно меньше травмировать детей. Ой, а вы в командировку? Хорошо. Ух ты! Вот это домина. Замок Баскервилей. Отец после войны на сталинскую премию купил. А это что такое? Теплица. Ничего себе теплица. Это ж целая оранжерея. Ты еще своим входом в дом, да? Ага. А сколько здесь соток всего? 28. Это, собственно, и есть мое личное приданное, завещанное родителями. Шикарный дом. Шикарный дом, да еще в таком месте. Миллионов на 30 точно потянет, если не больше. А я этот дом не любил с самого детства. В страшном сне не представлял, что придется тут поселиться. Глупенький, ты понимаешь, как мы можем с тобой здесь зажить? Мы же здесь такую красоту можем навести. Я же не какая-нибудь фифа гламурная, у меня-то корни деревенские. Вот здесь мы можем пруд забацать и мостик через него перекинуть. Это зачем? Зачем? Рыбу с тобой там поселим. Вот таких вот здоровенных карпов разведем, представляешь? А нет. Лёша, я еще лучше придумала. Я пойду на курс ландшафтного дизайна. И вот в этой вот оранжерее я посажу зимний сад с орхидеей. А среди цветов мы поставим твое рабочее место. Потому что вот такого человека, как ты, все должно быть красиво и профессионально. Противные уроды несчастные. Посмотри, что наделали твои любимые таджики. Они их посадили вместе с полиэтиленом. Каким полиэтиленом? Которым корни завернуты. Представляешь, какие уроды. Не, ну главное, не сегодня съемки. Такой ответственный день. Какие съемки? Лёша, я тебе 1000 раз рассказывала, что у нас конкурс. Сегодня снимут все на видео, потом будет выставка. А потом лучше работу напечатают в каталоге. Забыл, что ли? Так, внимание. Приготовились. Камера идет. А вот это растение тоже хотелось бы снять. Обязательно. А вы обратили внимание, какие контрастные текстуры? Да, да. Так это... Литофиты. Точно, литофиты. Литофиты и каланты. А вот это ваниль плоскостопая. Вообще, у меня на этих подвесах только орхидеи. Вы любите субтропики? Я обожаю орхидеи. Ну, разве не прелесть? А вот посмотрите. Это фаленопсис. Фаленопсис? Скажите, прелесть какая. Угу. Мой муж. Знакомься, Евгения Францевна. Мы наслаждаемся вашим райским садом. Ну, это все Света. Ну да, да. Светлана Александровна наша самая перспективная ученица. Думаем ее выдвигать на городской конкурс лорезов. Можете ею гордиться. А я и горжусь. Скажу вам честно, что в нашем климате заниматься орхидеями, да еще такими коварными, как литофиты,
Неужели коварными? А я вам скажу, Алексей Константинович, что ни один цветок не тянет за собой такой шлейф мистики и легенд, как орхидеи. Они и убийцы, и обольстительницы. Гейферт, ну что вы? Вам не страшно в такой компании? Совсем нет. Как фотосессия? Отлично. Сказали, что каталог обеспечен. Какие еще сенсации? В общем-то, никаких. Девчонки с курсов в Англию едут. Специальный тур по ландшафтным паркам Южной Англии и Уэльса. А ты? Ну, слушай, откуда у нас такие деньги? Лёш, ты не думай, ни на что не намекай. Я прекрасно понимаю, какое у тебя сейчас положение. Спасибо тебе, милая. Ты никогда не пожалеешь, что связалась со мной. Никогда. Я все сделаю, чтобы ты была счастлива. Ты мне мешаешь. А ты? Ты счастлив? Не скажу. Почему? Потому что боюсь. Кого? Его. Поехали. Но! Вперед, лошадка моя, вперед! Я хочу наверх! Но! Что ты остановился? Давай, давай быстрее! Топчешься, давай! Давай, давай, давай! У-у-у! Еще спросятся с меня за каждую счастливую минуту. Не смотри на меня так. Чего ей надо? Не знаю. Еще два неопознанных трупа в морге больницы скорой помощи. Стоп, это не вам, это женщина, это не вам. Это старик какой-то. Правда, старик. Ну а это? Нет, я не могу больше видеть покойников. Хорошо, понимаю. Дайте я посмотрю. Пожалуйста. Разве можно до этой фотографии кого-то узнать? Ну, это значит, надо поехать туда. По описанию. Подросток. Кроссовки белые, как вы указали. Волосы русые. Но это в Суровске. Он мог туда добраться? За эти 4 дня, что мы ищем? Значит, записано. Записано. Тело было извлечено из городского коллектора. Ну что, сколько у вас точек на сегодня? 3 морга в Питере и Суровск. Ты
я в Бурге, а ты в Суровске езжай. Очень он... Ты чья его видел, что ли? Что можно сказать? Обыкновенная передозировка. Говорим. Да кто ты такой, чтоб я с тобой разговаривал? Ты мне никто. Пошел прочь. Шук. Доктор сказал, что есть частный интернат в Самаре, наподобие больницы. Говорят, что там снимаются иглы в 60% случаев. Прости меня. Ну, это стоит денег. Я продам машину. Что ты несешь? Какая машина? Ну, а что делать? Помолчи и запомни. Пока я жив, в общем, что-нибудь придумаем. О, хорошо. А наши флористы меня с самого начала отстаивали. Говорили, что я самая перспективная ученица. Особенно Евгения Францевна. А после худсовета, когда уже все выпивали, главный спонсор сказал, что для такой талантливой ученицы, как я, деньги они найдут всегда. Что за спонсор? Филимонов Андрей Казимирович. Что? Не смей брать деньги у этой сволочи. Ты его знаешь? Еще бы. Из-за него мы тут с тобой. И вообще весь сыр-бор из-за него. Из-за этого сукиного сына. Он мне понравился. Хороший дядечка. Thank you.
кем обязан? Деньги нужны. Мне нравится такая постановка вопроса. Присаживайтесь. Сколько? Много. А точнее? Очень много. Это уже кое-что. Вот. Вот тут должно хватить и на Самару, и вообще. Не надо. На ночь глядя будоражить детей. Вот. Это тебе. Что это? Мышок передал. Собрал все подарки. И отговаривал, ты же узнаешь. С какой стати? Ребенок. Такой же бескровистый, как ты. Ничего я не возьму. Тихо, забери свои подарки. Все, все. Нам ничего у тебя не нужно. Тихо. Все, все. Тихо, тихо, тихо. Уезжай. Опять в командировку? Счастливо. Алексей Константинович, объясните нам, пожалуйста, причины и основания для некоторых ваших последних, мягко говоря, не слишком бесспорных решений. Алексей Константинович. Ну что ж, Алексей Константинович, если вам нечего сказать правлению Союза, значит, вы не свободны в своих решениях. Что вы хотите этим сказать? Все, что я хотел сказать, я вам сказал. Странные претензии. Если объект в аварийном состоянии, какая может быть реставрация? Зачем тратить деньги на него? Разве не так? Раньше вы были другого мнения о Покровской башне. И дом Рыбакова, помнится, не давали сносить. Просто насмерть стояли в этих же стенах. Что изменилось? Прошло 2 года. Объекты ветшают. Да вы сами-то, черт вас дери! Верите во все это ваше вранье! Не надо нервничать и не пугайтесь. Легко сказать. Вы все сделали то, что я вам рекомендовал? Нет. Напрасно. Ну, не надо нервничать. На бумагах должен быть полный порядок и с недвижимостью, и с транспортом. Вы же не из дураков. Надеюсь. Это доверенность на мои авторские права, запомни. А это... Какая доверенность? На тебя, конечно. Что за вопросы? А это бумаги на дом. Так ты и дом на меня оформляешь? Ты совсем что ли? С какой стати? Не спорь, если со мной что-нибудь случится. Если с тобой что-нибудь случится... Тихо. Если с тобой что-нибудь случится, то мне эти фишки даром не нужны. Я лучше знаю, что тебе нужно, а что нет.
Следующий Нечаев. Да, тут я. Документы с собой? Конечно. Внимание! Санкт-Петербург, компании «Люфтгаза». Повторяю, совершил посадку самолета рейса 4376 Дюссельдорф, Санкт-Петербург, компании «Люфтгаза». Где мой паспорт? Черт. Запомнил, корку поливай через день. Да, запомнил. А вереск вообще не трогай. Можешь быть спокойно. Пальцем не прикоснусь. Вот ты сейчас смеешься, а я тебе серьезно говорю, что за 3 недели можно все, весь дизайн загубить, если им не заниматься. Это все живое. Алло. Алексей Константинович, тут пришли из прокуратуры. Зачем? Не знаю. Смотрят документы. У них ордер. Спрашивают, когда вы приедете. Скажите, скоро буду. Тебе, конечно же, надо бежать, да? Ладно, не провожай. Сама дойду. У нас же группа. Прощаться будем. Ты хоть будешь скучать-то? А ты как думала? Лондону привет. Не забывай кормить. А, это вы? Иманов, старший советник юстиции. Простите, как? Иманов, старший советник юстиции. Практически мы уже закончили. А что, собственно, происходит? Да вы знаете, ничего особенного не происходит. В прокуратуру поступило задание, открылись некоторые дела по объектам. А в этих документах стоит ваша подпись. А что за объекты? Покровская башня, в том числе дом Рыбаковых, а вот проект по реконструкции Троицких рядов, на месте которых почему-то строится жилой дом. Вот так. Ну, строится и строится. Угу. Город не музей, он должен развиваться. Угу. Поэтому вы санкционировали все эти строительства, да? Моя обязанность подтвердить или опровергнуть ущерб, который может быть нанесен памятнику архитектуры. Понятно. Стало быть, во всех этих случаях вы не обнаружили ущерба. Ясненько, понятненько. Ну ладно. Так, так, так. Ну, пожалуй, все. Хотите откровенно? Без протокола. Лично я не сомневаюсь, что за свою подпись вы брали деньги. Вот так. Спасибо, что не возражаете. Будем считать, что это мои домыслы. Ну а формально в ваших действиях нарушение закона не обнаружено. Да? И вот еще что. На этой должности за 3 года сменилось 3 человека. Такое место. А человечек слаб. Слаб. А вы продержались 7 лет. И лично я вас очень уважал. Счастливо оставаться. Алло. Алло, из
Самара беспокоит. Вы отец Михаила Нечаева? Да, 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 я отец. Я слушаю вас. Что с мышком? Что? Сбежал. Денег. Подожди, Машок, ты как тут оказался? Дай денег, непонятно что ли. А как ты тут? Тебя же ищут. Я там дам. Ты только не уходи. Я дам. Я дам денег. Стой, куда ты? Стой! Стой! Мышок! Стой! Мышок! Не надо лететь в Самару. Мышок здесь. Что ты все пишешь? Я вычеркиваю места, в которых уже побывала. Пришлось даже две дозы купить, чтобы от меня не шарахались. Шарахаются все от меня. Наркотики продают в каждом клубе. В каждом клубе продают наркотики. В каждой подворотне можно купить наркотики. Какие клубы? Ему 12 лет. Они в это время клей нюхают. У нас нет другого выхода. Алёша, кроме нас мышок никому не нужен. Вот. Я распечатала объявление о розыске. Развесь у себя в районе. Сколько мы будем еще ходить? Я буду искать, пока не найду. Ленка. Я совсем закипаюсь. Не раскисай ничего. А то и я тебя слабее. Я как вспомню, каким ты был, какой он стал. Был таким веселым. Ладно. Я все сделаю. Только не сегодня. Сейчас у меня запись на телевидении. Будь она неладна. Вам уже сказали, что у вас в субботу не будет эфира. Почему? Ну, у нас тут такой дурдом творится, Алексей Константинович, не спрашивайте. Ну, в общем, инвесторы новые не будут, видимо, с вами продлевать контракт. Такие придурки. Лена, припудри Алексея Константиновича, чтоб не блестел. Какие новости в высших сферах? Ну, есть кое-что. Я видел приказ о твоем освобождении от должности. Где, когда? Сегодня, в мэрии. А какая формулировка, за что? За что у нас обычно снимают?
за то, что попался. Никто меня не поймал. Не обольщайся, Алёша. Просто команды не было. Спасибо, что предупредил. Что будешь делать? Не знаю. Ничего теперь не знаю. У меня же еще университет. Книжку закончить надо. Посмотрим. Ну, если что, звоним. Приготовились к записи. Алексей Константинович, вы готовы? Алексей Константинович, начинайте, запись уже идет. Вы куда? Фуа-гра, суп Муэбес. Это и многие другие деликатесы французской кухни ждут вас в ресторане «Париж» во втором колхозном переулке, дом 5. Бон аппетит. Блондинка звонит в такси. Алло, это такси? Я уже полчаса жду вашу машину. Апельсинового цвета. Оператор такси отвечает. Девушка, у вас уже выйди полчаса ожидает. Что с ним? Выйди из машины. Что с ним? Говори. Разговаривают две блондинки. Он умер. Две женщины выбирают открытки на Валентинов день. Одна говорит. Я слушаю. Алло, Алёшенька, у тебя почему-то трубка отключена. Ты меня слышишь? Как ты там? Нормально. Орхидея сегодня поливал? Ой, Лёш, нас тут еще на неделю оставляют на мастер-класс в замке Бодиам. Представляешь? Лёша, тут такой офигительный дизайн, а орхидеи какие вообще? Девчонки все прям с ума сходят. Ну вообще, как ты там? Как ты себя чувствуешь? Все хорошо у тебя? Все нормально. Все нормально. Ну хорошо. Лёшечка, я тебя целую, целую везде. Я так по тебе скучаю. Ой, слушай, я тут ходила в магазин с девчонками. Я себе такую сумочку взяла классную. Она в такую в клеточку. Такая, знаешь, ну, небольшая, не маленькая, средняя. Объявляется посадка на самолет чартерного рейса авиакомпании «Пулково» Санкт-Петербург «Эйлат». Регистрация устоит 26 и 27. Возвращаем ваше сокровище в целости и сохранности. Не ревнуй. Они все голубые. Хорошо дома. Ты что-то похудел? Ну как ты вообще? Плохо. Ну тебе нафиг, Алёшка, что опять случилось? Мышок умер. Что?
Прости меня, я не знала. Плохо тебе было, да? И было, и есть. Тут такое дело, я не хотел говорить. Нам надо продать дом. Какой дом? Ты же говорил, что он мой. Да, конечно, твой. Подожди. Ты мне сам говорил, что если дача моя, то ее никто не сможет конфисковать. Так ведь, Алёш? Да не в этом дело. Светик, нам жить не на что. А если продать дом, то можно купить двухкомнатную квартиру где-нибудь на новостройках. Не так все плохо. Подожди, подожди, подожди. Подожди, не гони. Ты работаешь. А я тоже могу пойти на работу. Тем более, что мне предлагают... Я не работаю, Светик. То есть ты не работаешь? Да так, освободили. А точнее сказать, прогнали меня с работы к чертовой матери. Телевизионщики тоже отказываются перезаключать договор. И с издательством тоже проблемы. Вот такая получилась история. Практически безработный. Помоги мне вырулить из этого тупика. Я тебя очень прошу. Не представляешь, как ты плохо. Бедненький. Бедный, бедный малыш. Послушай, у меня есть идея. Да ну их к черту всех этих уродов, а? Поехали на север к Федорке. Тебе надо отдохнуть, забыться. Забыть все эти проблемы. А то мы сейчас с тобой таких дров можем наломать. Потом уже. Посидеть с удочкой на берегу. Да. Посидим с удочкой на берегу. А когда вернемся, то на трезвую голову будем совсем разбираться. Дома хорошо. Все будет хорошо. Только ненадолго. Хорошо. Потому что две дозы пришлось давать. Ты чего сопли распускаешь? Ты говоришь, что он не будет мучиться.
Да он и не мучился. Клофелин – дело надежное. Вырубился. И слава богу. Так, все. Хорошо, хорошо. Давай, потащи. Давай, 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 давай. Давай. Теперь его рыбки поклюют как следует. И нет проблемы. Вытяни. Твое дело телячье. Исчез и баста. Ну, вышел из дому и пропал с концами.